Самолетик. Угу. Табурет. Помидорка. Утка. Ананас. Я про утку имел Тебе в виду. На С. Под креслом, который. Так, кто куда? Кто со мной на эхо опиздюливаться? Да, походу. А вот 4, о, да, можно куда? Давай я на эхо. Ну, давай тогда я на гурку. Пошли все на эхо, пизду. Угу. Ох. Вы вертолеты берете на эко? Ну я взял там говно вертолеты кое-какие. Ну мне ПВО брать. Ну можно парочку вертолетов, да. Не-не, я просто не туда еду, мне себя прикрывать брать ПВО. А, да, билишки. Я только танки на эхо везу. Да, не сын. Я практически уверен, что все будет нормально. Я 100 раз так делал, бля, это вообще. Алиса позвать, богатый бы пятый. Алекс тебя, кстати, часто вспоминал. Говорит. А, кстати, Алекс обещал подойти через 5 минут, полчаса назад. Так что скоро он придет, готовь бы пятый к вылету, заправляй. А я часто вспоминал его. А ты что там ударился в карту-то? Ну, ты с этим же играешь, блядь, с лонгрифом? Разных... С лонгрифом, блядь. А, кстати, да, он же... Глитвейн. На водку. А у нас что, на майк один человек идет? Нет. Юлица Шамиль. Как всегда. Год я пропадал, вот вернулся. Похоже, мы не завоюем сейчас эти горы. А гольф, походу, делал проем. Нет, гольф-то нет, Майк. На гольфе вон что-то сколько там, 2 человека. Один из них игл. Через 20 минут Дефти Чарли, бля. Дефти Чарли серф на альфе играет. Я считаю, что вы несколько пессимистичны. А, нет, там он все ржать. Посмотрим, посмотрим. Дапы там хуяпы что-то набрал. Я как бы клянусь честью, что дальше я хани не пройду. Честью кого? Твоей зубной феи. Честью лонгрифа. Скиллухой лонгрифа, бля. Артиллерия лонгрифа. Так, буду смотреть за артиллерией. Не знаю, клянусь пара эндовых со старта. Это смешно. Не попали. Еще раз не попали. 2 выстрела просрано, сэр. А, только один. А ты втором разве по кому-то попал? Да, или там, это, там, или это не ты стрелял? Пол. Да. И плюс я еще справа. А, стрелял. Да. Ты УАЗик убил. Убивца УАЗиков. По центру вертораж, блядь. Ага. Ну, я должен его забороть, по идее. Ой. Чё-то я, короче, изменил свое мнение. Хуяч дапами, пиздох. Я как бы верю в тебя. Да я надеюсь, что я успею доехать хотя бы. Ми 17-й пинай его. Тогда заебут вас на них потом.
Блядь, сука, тайгер сбили, пидорас. Нахуй вы его берете, блядь? Ну, в качестве разведки я взял. Я ну, знал, там есть более охуенный вертолет для разведки. Газель за 30 копеек. Так, ну а что, центр ну, у нас в порядке. А вот справа, и, видимо, да. Будет плохо. Бля, зачем мой командир туда прилетел? Отпиздили его, короче. Он хромой оттуда, бля, куда его поместить, бля? Я стреляю, нахуй. Давай. Нихуя там командоси уже, бля. Давай беги, бля. Горовеньки, блин. О, у нас тут, догадайся, кто пришел. Кто? Владыка Б5. Над. Он нет. Уже готов. Нет, это не Над. Над, ты там наигрался в свои карты? Какие карты, о чем? О чем вы, блядь? Так, слева-слева. Слева-лево, что-то как-то все плохо. Он Стелларис, а ты там Б5-ами рулил? А там есть что-то еще, кроме Б5? Это ж космический Б5 знаменитый. Сталинский. Ну, давайте с вами порублюсь, а вы там в лобби или уже играете? Играем. И у нас одно место. Играете одно место, ну ладно. Одним местом играем. Одним местом, да, серия опять налево. Пизда моим келлером. Вот, вот, и я про то. Вы еще и за синий. Естественно. Все нормальные люди, они поиграют. Ну из тех, кто хочет победить. Под орех просто сделали. Это похуй, это такая страта. Получить пизды, потом импровизировать. Угу. Самое правильное. Я сейчас, бля, с Марса буду импровизировать. Там на центре которого дофига я много больше. Ната, ты чё за синих играешь? Там Б5 уже нет. Тебя тоже там нет. Ой, сколько минометов. Арта, смотри, вот по метке. И вообще, да, справа там жопа. Восьмерочку это нагибай, слышишь? Восьмерочку, ты о чем? Ну, чувак с вихрем, это на восьмерочке, у меня ник 8888. Я смотрю, майк уже все хватит. Да. Джейс, танк, ничего, 7. Майк проебан, милорд. У кого там американцы? Давайте лонгбоу туда. Пока они все не повыходили. Уже вышел еще один. Это дохуя вихрей будет. Вы что, сегодня целый день хотите за синих, что ли? Нет, всю ночь. День-то кончился. Да, да. У тебя вообще раньше всех кончился, что ты? Или ты переселился? Там вон Мардер куда-то, говорит, переехал в пятизвездочный вокзал. Его теперь дома нет. Да. О. Выбрал я там, наверное. Он человек богатый, он... Какого хрена? Над, ты чё наделал? Ну давай, чё я наделал? Так, народ, ну правда, у нас справа всё кончилось. Кто вас слева перейдёт направо? Признавайтесь. Ну давай. Я, в принципе, могу ещё чуть-чуть войск себе на горку накинуть и пойти направо, но мне надо время. Сейчас я еще туда Марсом подсоблю. Вам справа. Подсоби. Кто стреляет атакамсами? Атакамсами вот сюда стреляйте. Там много минометов, они в кустах. Но по кустам они двигаются медленно. Сейчас посмотрим. Между этими точками? Ну, я точно не могу сказать, но вообще ставил по точкам ровно.
У М-ку уже справа. В смысле, на центр, наверное. Галеб. Можешь у М-ку выбить. А по ней уже летит. Ага. Привет. Добрый день. Селвин, привет. Бля, пацаны, здорово. Мы сейчас гольф проебем, блин. Вот смотрите, что здесь. Вы вот учили хрень. А что там? Это уже на станке. Там контрит, Тунгуска, блядь, и УМ-ка были. И еще 72 я скопал. Справа все еще все плохо? Да. Все еще хуже все становится. Вам там бомбер какой-нибудь или паровоз взять? Это мэтком, детка. Привыкай к плохому. Новый лозунг. Безумство и отвага. Кто на автоматику убил? Блядь, там в этом, что ли, в лесу сидят с этим, рядом с поком, что ли, блядь, кто-то? Точно, блядь. Паровоз на центр. Только он что-то какой-то. Или это этот напалм на лосе. Напалм на лосе. Ах ты гад. Весь отправить БК туда. Игл, блядь, где твои патриоты ебаные? Блядь? Почему тут все летает и ничего не сделает? Они разряженные. Хуяно. Почему Алексу смеяться с того, что кто-то горит? Не, нихуя, у меня бы не горел. Я бы пошел на другой план. Я бы играл бы двумя этими, сейчас скажу, как бы М270-ми, четырьмя. Двумя этими или четырьмя, определитесь. Мужчина. Вы в показаниях путаетесь. Да, есть такое. Мы это не отрицаем, да. Ну че, с 72-ки. А это снова напалм. Ну, как мне можно выбить, блин, компьютер в этом танке? Не, уж там нет, да? Ну, там счеты из всего компьютера, еще и хороший танк топовый. Блять, два притопа. Два топа, два прихлопа. Ну, я не ожидал, что там топовый танк. У них не было топа там. Кто хочет вылетать на бушке? Я. Через 5 очков. В следующей игре. Они уже ушли. Все, я готов куда-нибудь вылетать. На центр вылетай, направо. Я бы с радостью куда-нибудь вылетел. Из игры. Ну да. Ну да, ну да. Блять, у французов так все плохо со снабжением. У них вообще с армией не активно. Я тебе больше скажу. Не, кстати, подожди. На развертывание. А вообще, в принципе, одиночная француза, она, в принципе, сильная дека. Угу, вообще, ебенная. Блять, у нее только эти танки, которые в транспорте находятся. Не танки, я даже не знаю, как это назвать. Согласен. Я тоже не всегда знаю, как это назвать. Говно. Тау, что ли, получается. Двадцать копеек стоят, они несутся как угорелые, блядь, и расхерачивают все.
и своих, и чужих. И своих, и чужих, да. Еще сверху арта, как всегда, на маткоме прилетает. Ну обычно тут кто хотел своя. У нас же как всегда, блядь. Я увидел топ-танк, кто стреляет, никто. Блин, ну только, блядь, кшемку увидел. Сразу, блядь, столько говна от своих прилетает, блядь. Бомбер. УБ-5 НАТО. Я надо уже. Никак не могу забыть вот это. Сейчас, говорит, все ништяк будет. Сейчас пехота не станет, блять. И ведь сбылись слова его, ее не стало. Сейчас, говорит, две бомбочки упадет. Я, говорит, все рассчитал. Хуя, у меня элиты нету, блять. Вместе со всеми, блять, просто. Эта история с каждым разом становится все краше и краше. Не-не-не, это еще не пехота с каждым разом убивается больше. Потом на следующий, в следующий раз там через две игры такая же хуйня повторилась. Вообще не ясно, что он себе позволяет, да? Но на следующей игре у меня уже были свидетели. Да. Зато твой шикарный твой. Я, говорит, сейчас все самолеты нахуй собью. Заказал сколько ты там, блядь, штук 12 этих ПВОшек тяжелых, блядь, китайских каких-то, блядь. Заебись, Тор ваншотнул, блядь, пуф, охуеть. Уф, чё тебе там ваншотят? Его и ваншотят, представляешь? Тебе ж ясно сказали. Опять напалму от центр. Ой, хорошо, хоть Лави додумался направо уйти, а не налево. А чё, у вас там рандом играет? Давайте я его кикну. Ты кикай-кикай, да не закикивайся. Я своих начну кикать, КТС-ки. А, ну в принципе даже чтобы сравнять шансы. Вот сука, а. Вот сюда вот, вот пальните вот чем-нибудь, там танчик стоит. Или 72С, или это... Пуфик, я просто уверен, что вот здесь стоит Вихор, давай его убьем. А я не знаю, есть он там или нет. А давай проверим. Ну а как мы это проверим? Я тут... Заезжай! Есть только один способ. Ну а я поехал. Но он вообще уезжал, откатывался. Ксандр, а когда вы играли столько фобов? Ты когда выложил это? Ну, добивай, у меня в ХП нет. Ксандр тут, нет? Нет. Нет, еще не пришел. Ну ты можешь с ним поговорить. Да, духовно с нами. Не, я хочу поговорить о том. Как там фильм назывался? Постреляйте вот сюда, они не двигаются. Не стреляйте, воробьи. Кидаю арту сюда. Нафиг вы пехоты штурмуете город, когда там полно их пехоты, еще их прикрывают минометы. Потому что теряете. Стоять, смотришь. Ну да, вон переключайтесь на центр, направо. Там пусть они даже стоят. Вон, видишь, как справа у нас все плохо. Правильно, Пуф. Просто меня там рядом я. У тебя надо есть, их здесь напрягать, чтобы они на... там вас не заебывали. Пусть он тебе Б5 скинет. Да, где там наш Б5? Сколько можно ждать? Долбаника по пуфику. А кто в курсе, когда Mountain Blade 2 выходит? Вообще что-нибудь анонсировали? Или может что-нибудь пропустил? Да нет, они 18-й сказали... год вроде как. Пока, да, точнее, они сказали, не что 18-й выйдет, а дату не вкладывает. Я в новости подписался постоянно. А что-то, короче, я даже нигде не вижу, когда анонс хотя бы приблизительно там первый, второй квартал. Ложки. О, японский городовой. Говне, подумаешь, оно и приплывет. Александр, что ли? Да. Нахуй иди! Народ ПВО не двигается. Ой, ПВО. Арта, минометы. Заряжаются, заряжаются. Блин, они активнее заряжаются. Это как же так? Вчера с Пупиком устроили практически ритуальный болт по сути фобов. Вы там что там? Удивлено, чтобы все было по линеечке. Понятно. По болту. По болту. Чего там, болты по линеечке сравнивали? Ты смотри, чтобы тебе там болт не сорвали. Резьбу. Я сам кого хочешь резьбу сорвал. Блин, у нас какие-то новые люди. Какие-то странные у вас. Иди 9X в Тессе онлайн, блин. Кто? Ник у чувака сейчас зашел в Тесс онлайн. Фе 9
Это где? Потом идет римская идея. Люди говорят, там не должны. Ты просто читать не умеешь, там написано фея Хэ. Че? Фея Хэ. Фу. Это девочка, наверное. Ты аккуратней тут, а то жена узнает. Ну придумай себе ников, блядь. Потом сиди, короче, и голову ломай, как это прочитать. Ну пуфика тоже, вон, я язык сломал, пока выговорил. А оно уже не говорит. Какая интересная фраза. Что ты там язык сломал, пуфика? Она когда остров взял, что ли, или что там? Да, подождите, он выговорит. Ебать, он подлетел вертолетом куда? Куда? А? Где этот чпок? Где этот чпок? Ах ты ж гад. Вот сюда птуры не хотите поставить, нет? Ну ладно. Вы за синих казаков делаете? Я тоже, в принципе, нет. А там же в атаке на в кабере нет. Окей, русский? Нет. Китаец. Чай, парень. Ната, чай не тебя и не встречалась. Есть радар, туровозка, если надо, когда ты говорите направо. Мне надо, давай вылетай. Не пизди, тебе не надо. Тебе уже в жизни ничего не понадобится. Слишком поздно. Слушайте, ко мне едут топами. А хочешь, я их убил? Хочу, убивай. Делаю. А какой у тебя, модерный или резкий? Топ, конечно. Направо, пуфик, блик. Вы все так умеете, давайте договоримся, да? Я очень нажал правый танк. Не, не соглашайтесь с ним. Он сейчас был пятый. А почему здесь, кстати, трофейная техника нельзя отбахать? Матно было. Здесь много чего можно было взять у матно. Но? А прикиньте, если можно было, например, смерчом стрелять и фугасом, ну там, убирать, либо... Блять, как он... Он вот боком, что ли, так... развернулся? Это что за пидерасня? Ну он хотя бы вышел, ладно. Притоповый танк убила серединка. Ну как же так? Может кто-то нуб? Нет, ну это вообще анрыл. Я его любил, а он вот так со мной. А Хазет это наш, нет? Нет. А у нас СВшка есть на майке? Там хоть техник базу давайте поставим. Ой, я убил кошелянку. На центре? На гольфе? На гольфе. Что там, не можете центр пробить, что ли? Можем, но они тоже хотят пробить. Ты не в игре, что ли? Можем, просто не хотел. Ты не в игре бомбишь? Да. Новый уровень. Да отвлекает у всех, как обычно. Конечно, именно пуфика отвлекаю. Пуфик направо, посмотри. Чё, там болтом для себя, что ли? Ага. Зад вперед, зад вперед. Так, нет.
надо танки брать. Граф, а ты чё в деку берёшь к евреям? В поддержку. Равина. Да подожди. В поддержку? Из какого рода войск? Ну вообще, как бы, в поддержку, кроме ПВО. Ну у меня огнемёты, у меня... Чё тут есть? Ты по одному, что ли, берёшь? В смысле, огнемёты? Нет, три огнемёта у меня. А, не, оказывается... Шесть у меня огнеметов, три, чтобы воевать, а три, если убьют, те три. И три, на всякий случай, фугаса, но я ими не пользуюсь. Не на что намекаю, но лонгрик... Фугасный, который, да? Да, но я даже не помню, как я последний раз напал на цену. Они, кстати, хорошо... Они по городу плохо, эти, кстати, фугасные. Они точно хорошо бьют. Но не... Они точно хорошо бьют, но, по-моему, оно того не стоит. Слишком дорого. Ну да, они сильно много выжирают. Не, в смысле, их, ну, их еще и купить надо, это тоже выжирает очки. Они 120 же, по-моему, стоят. 90, по-моему, сейчас гляну. Да, 90. То есть ты отдаешь там... Сколько там? 300 почти и... Ох ты, нихуя цифр так себе шемка выбил. А где у них поменьше ПВО, чтобы бомбануться? Или не надо? Возьми радарник или есть еще проблема. Собственно, да. Ну там и кашная может быть. ПВО. Ты уже взрослый мальчик, должен сам, да, что мы там делаем. Поставим дальше. А можно сбить самолет, который летят на меня бомбить? Нет, ну ладно. Ещё вопросы, да. Ты спрашивай, если чё. То есть, если вражеский самолет меня не забомбил, то это сделают свои, да? Конечно, ты это мэтком привыкай. О-о-о! А прикинь, это если бы Б-5 был. Да. Ну, я хотя бы попал к тебе. Достижение, наверное. Да. Мог ведь промазать. Я поэтому и спрашивал, бомбиться туда, не бомбиться. Ты промолчал, пришлось артиллерию бомбить. Ничего такого не помню. Слушайте, народ, а кто... Сераф, ты, кстати, перехом пользуешься или хафизом? Нет. Ни тем, ни тем? Ты играешь в ждок и не пользуешься имбу? Да, но мне как-то падает. Не, вот быстро. Я просто сейчас смотрю, Хафиз, он вообще по характеристикам, по скорости, он выгоднее получается. Чем что? Чем что? Перех, чем перех. То есть получается у него скорость выше, намного выше. То есть он сможет там... А ты им прям будешь марафон устраивать? Откатиться. Ну, по сути, да. Ты поиграешь против... Такую дистанцию не нужно откатывать, тебе нужно покать. Стоять и стрелять просто. Ну, смотри, напишешь, например, на ту же самую УМ-ку, да, или там на ушку, короче, они на 2800 стреляют ракеты. То есть, грубо говоря, она там подъедет и начнет уже это прицеливаться. Или сколько, тысяча... Я вызвал тебе врачей уже, они едут. Хорошо, я рад за тебя. На самом деле ездит Б-5. Натовский. На самом деле летит. О, натовский Б-5. Нет, едет. Такой колесный вариант. Трехколесный. Да. Ты понимаешь, что Перик стреляет, едет задом, точно так же, как Хафиз едет. Едет, точнее, задом. Это новая фраза, которую надо запомнить. Перик во всем лучше. Даже у него скорость 50 по пересеченке. Он может, ты можешь начать ехать задом сразу, а и он будет стрелять точно так же точно, как Хафиз, который стоит на земле и не едет. Подожди, у него что, разве прыг? Ну-ка. У него старт 50 у Переха, а у Хафиза 50 только пристоящий. Натуре. Охуеть. Все эти годы вообще меня обманывали. А еще у Переха броня есть какая-то. Она все равно лопается. Не, ну а что вот против хотя бы. Ввиду арта, там что-нибудь такое, вы такое. Да, да. Так же, как ровно, гусеничный.
Ну, в смысле, есть шанс уйти, я так понимаю. Есть шанс уйти. И ракет у него в два раза больше с собой. Ну все, все, перебедил, все. Мне только непонятно. Ничего подобного. А еще и шанс нового не купить. Мне только непонятно, зачем. Почему у него нет других снарядов, кроме Птура. Вот, кстати, вот так и не завалили миномет. Они как стояли там с самого начала, так и стоят. Игл, можешь даже полететь туда и им навалять. Там стрельщик такой был, он был замаскирован под обычный танк. Из пластика хуйню примотали, и ребята не радуются. Понятно. Сама ты, короче, мне... Изолента, блядь. Синюю. А над там туры, вот здесь туры два штуки. Ну, абсолютно не плевать. Мне мерхау разобрали уже. А там типа топовый танчик. Граф, а ты в деку берешь эти, которые на полновозке? Ты их три штуки берешь или четыре? Три. Они точнее стреляют или что? Ну, да, чтобы кружок поменьше был. Там плотность у них не особо хорошая. Нифига себе, не особо. Там 4 штук за глаза хватает. Блин, КШМ-ка наваляла лонгбоу. Пехотная КШМ-ка. Нет, там стрела вышла. Ну ты ее грохни, ЦВ-шку-то. Сбой управления огнем. Я же говорю, наваливал. User joined your channel. Кто зашел? Кальто зашел. Здравствуйте, марсиане. Перезайди, Кальто. Да, не прикалывайся. Да-да-да, Кальто, мы тебя поняли. Вот тебя бы так было в жизни, все, ты бы не так сейчас завопил. Обиделся, ушел. Ты бы не обиделся? Если бы у тебя были такие друзья, как мы. Все, доиграли.